Ну, я сегодня очень серьезно поработал бы над коррупцией. Мы все время сравниваемся там с развитыми, с капиталистическими странами, но они этот период, надо сказать, прошли в какой-то степени. Хотя у них тоже сплошь и рядом. Очень не хочется вслух предлагать какие-то репрессивные шаги. Я человек военный, я не скрою. Я не могу сказать, это правильно или нет, но я за жесткие меры. Тут надо какие-то вот тоже, чтобы это не вылилось, там вот эти детекторы лжи, но мне кажется, это уже чрезмерно все. Хотите применить полиграф? Да я не против на самом деле. К сожалению, коррупция до конца не исчезнет, но сократить ее можно, я понимаю, только один метод. Расстрел или повешение. Неприкасаемых в России не должно быть. Но репрессивные или там не карательные, но инновации в этом возможны. Я бы палачом пошел работать, например. Инновационный гений русского народа, российского народа, в силах придумать нечто инновационное, связанное с борьбой именно с коррупцией. Вот где-то вот решение есть. Вот Петр Первый, он бил Меньшикова, потому что он был коррупционер, но он его терпел, потому что тот делал. За нами. Выполнение законов за нами, с вами.